Здравствуйте, с вами снова Александр. И в ассортименте первой коляски появился интересный вариант. Прогулочная коляска от компании Oyster. Модель называется Zero. Это, на мой взгляд, прямой конкурент, скажем так, наверное, долгожданный прямой конкурент для компании Valka Baby, для модельки Snap 4 Trend. Кстати, сравнительный обзор скоро тоже совсем выйдет с этой модельки. Я думаю, будет интересно их лоб в лоб сравнить. Но сегодня я вам расскажу именно о ней в модификации просто прогулка. Вообще, по идее, вы можете докупить сюда люлечку и сделать ее два в одном. Но сейчас не об этом, расскажу вам просто о прогулке. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all. В двух словах, технические характеристики. Весит она 7,9 килограмм. Это очень легкая коляска. 7,9 килограмм и предназначена для детей с полугода до 15 килограмм. В принципе, это такое стандартное значение для такого рода колясок. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот. В принципе, технические характеристики все. Единственное, скажу о комплектации. В комплектацию входит оригинальный дождевик. Еще, если вы выберете одну из модификаций черных расцветок, там с приставочкой SE в названии цвета, то вы получите за дополнительную плату, сразу же будет идти в комплект накидка на ножке. Поэтому оригинальная накидка на ножке в эту разницу в цене, в принципе, очень даже нормальная цена. Вот, изучать мы с вами начнем ее сверху вниз. И сразу хочу подметить обивку ручки. Ручка здесь обитая эко-кожей, с прострочечкой, все так, все красивенько сделано. Строчка, в принципе, достаточно ровно пошита, в принципе, вопросов нет. Хват приятный, здесь вот пробрендирована ручка, так, выдавлено название, так прикольно смотрится. Вот, по хвату ручка достаточно приятная. Что касается регулировки по высоте, она, насколько я понял, она не регулируется. По высоте эта ручка никаким образом. Я тут по-всякому пытался это сделать, не получается. Так что ручка по высоте не регулируется. Но у меня рост 1,86 м, и вы можете сразу понять, как приблизительно будет это вам. Может, чуть выше, чуть ниже. Но большинству людей эта высота ручки должна подойти. Кстати, сзади сразу, что касается комфорта родителей, здесь есть, вот видите, в задней спинке есть такой маленький кармашек, там телефончик положить, салфетки, что-нибудь еще. Вот, также есть смотровое окошечко с накидочкой на нее. И что мне понравилось, здесь магнит. Я не очень люблю на липучках. Вот это вот, во-первых, шумно и недолговечно. Козырек. Козырек, что мне тоже понравилось, внешняя вот эта алюминиевая окантовочка. Очень так прибавляет понтов, что ли, я не знаю. Смотрится хорошо, жесткая, нормальная окантовка. Все здорово. Вот сейчас козырек в таком штатном положении. Если мало, мы можем для начала сделать вот так. Это солнцеотражающий материал от ультрафиолета. Очень здорово. Ну, плюс еще мы его увеличиваем. Вдруг вам и этого мало, можно пойти дальше. Расстегиваем козыречек. Опа! Козырек просто, я не знаю, здоровенный получается, закрывает. Если сверху смотрим, полностью с ножками ребенка. Что еще надо, как говорится, для счастья? В прохладных регионах просто самое оно. Да и солнечных как раз-таки тоже не помешает от солнышка прятаться.
Мы здесь в Питере наоборот солнышко ловим, чтобы там спинку погреть. А где-то его навалом. Белой завистью, как говорится. Вот. По козырьку поговорили. Теперь давайте поговорим о материалах. Материалы в коляске достаточно качественные. От них, как говорится, за эти деньги, ну, в смысле от ткани, за эти деньги не ждешь, что она там супер какая-то мега навороченная. Но учитывая стоимость, материал достаточно приятный. Единственное, что он чуть-чуть грубоват. Но сразу ощущается, что он достаточно прочный. Его вот, я не знаю, повредить сложно. Но он не мягкий, не так, что прям шелковист. Нет, он грубоват немножечко, но я уверен, что он долговечный будет. В этом плане с тканями, в принципе, все в порядке. Давайте сразу про спинку поговорим, о возможностях регулировки. Здесь классическая система с ремешками используется. У ремешков, знаете, много, знаете, любителей, нелюбителей. На мой взгляд, какая разница, ремешки у вас или так. Чуть-чуть удобнее, когда не ремешками, но и так тоже удобно. Вы не ограничены ступенями. Вот на какой угол вам нужен, тот вы и делаете. По долговечности, что так, в принципе, без разницы, одинаково ходят эти механизмы. Так, что касается безопасности ребенка. Пятиточная система ремней, мягкие накладочки везде, и на паховой, и на плечевой. Все здорово. Также у нас есть и бампер, который вы можете как калиточку отодвинуть, посадить ребенка. А вот, кстати, обратите внимание на эту строчечку. Ну, неплохо, неплохо. Потом задвинуть, как говорится, и защелкнуть обратно. Место, вот вы можете посмотреть, в принципе, места в коляске более чем достаточно, она вместительная, широкая, высокая спинка, на самом деле очень высокая. Вот, для комфорта ребенка у нас есть еще подножечка, вот вы видите, подножечка достаточно большая, длинная, удобная, она имеет два положения, вот как сейчас. И опустить вниз. Также есть подножка снизу, с помощью нее также ребенок может и залезть на коляску, когда уже подрастет. Так, раз уж опустился вниз здесь, давайте посмотрим на амортизацию. Амортизация у коляски реально приличная, что на передней оси, что на задней. Вот отсюда вам видно будет хорошо. Вот, ход у амортизаторов достаточно большой. Багажник, кстати, здесь тоже приличный. Сверху здесь небольшой органайзер есть, чтобы что-то, чтобы не укатилось, не упало, не потерялось, зафиксировать. Удобный доступ, в принципе. Очень прочный такой материал. Хорошо, прочно зафиксирован багажник к раме коляски. Поэтому, в принципе, здорово. И что касается самой рамы. Рама здесь алюминиевая. Легенькая, вся конструкция достаточно прочная. Я тоже ее всю переюзал, как смог, понадавил. Ну, как-то нигде не хрустнет, не скрипнет. Как-то, ну, ощущения приятные, положительные от рамы. Внушает, скажем так, при первом впечатлении надежностью. Поэтому, не знаю, все здорово в плане рамы. Мне кажется, все будет хорошо служить. Колеса здесь не надувные, полиуретановые, с возможностью фиксации, естественно, для плохой дороги передние колеса можно заблокировать и спокойно себе везде проезжать. Давайте теперь посмотрим, как эта коляска складывается, чтобы сложить. Здесь есть вот такая штучка, нажимаем, после чего под ребеночком есть вот такой вот ремешочек. Дергаем. Сложили 7,9 килограмма. Это легкая, реально легенькая, удобная прогулочка на круглый год. Для путешествий тоже классно подойдет. Поэтому не знаю, одобрям, как говорится. Вот. В принципе, добавить больше нечего. Вроде бы обо всех впечатлениях вам рассказал. Подытожу. Хороший конкурент. Валка Baby Snap 4 Trend. Очень интересная колясочка получилась. По деньгам они приблизительно в одну стоимость. Вот, поэтому вот они, как говорится, схлестнулись на рынке, эти две колясочки. Причем они так переплетаются своими характеристиками. В общем, не буду на эту тему говорить. Скоро вы увидите обзор. Он будет один из ближайших, увидите.
Вот. А так, что Валка Бэйби, что эта коляска, это хорошая прогулочная всесезонная коляска, которая также вам подойдет и будет прям очень полезной в отпуске, где не хотите с собой таскать вот эти большие коляски. Это будет прям классно. С ее большим козырьком. А в отпуске вы, наверное, же не на полюс поедете, а куда-то потеплее. Поэтому козырьки там вот самое оно. Ребенка от палящего солнца укрывать. И плюс она легенькая, качественно сделана. В принципе, вопросов нет. Поэтому, как вариант, теперь у вас появилось больше вариантов в этом сегменте выбора. Поэтому обязательно ее рассмотрите перед покупкой. Я думаю, что она вам понравится. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что дали на обзор эту новиночку. Большое спасибо. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора детской коляски для вашего ребенка. И удачи. До свидания.